Слушайте, вчера посмотрела клип American Cream and Sushi. Как же они аппетитно ели суши в клипе. И вот я подумала в связи с этим, а не приготовить ли нам обжаренные во фритюре шоколадные батончики с нугой и карамель. Пекарский. А, разрыхлитель! А вот разрыхлитель я и забыла купить. Забыла купить? Тебе поможет Кулибэн! Кулибэн! Тебе поможет! Здравствуй, хозяюшка! Что ты забыла купить сегодня? Кулибэн, я забыла купить разрыхлитель. Лови! Спасибо, Кулибэн! Добавляем сюда разрыхлитель. Вливаем газированную воду. Только аккуратней, чтобы не бомбануло. Берем и размешиваем вот такими вот движениями. Как будто тунца вот подсекли и вот тянем его так за щеку. Консистенция должен получиться как для оладушек. Ну что ж, у нас все готово, кроме батончиков. Нужно подождать еще буквально пару часов. Представляем вашему вниманию новое суперплатье Elastic Dress Tornado. Elastic Dress Tornado оснащено специальными элегантными резинками, которые имеют крепление под вашу обувь. И только сегодня, только сейчас, вместе с платьем мы подарим вам дополнительные сменные светоотражающие резинки. И вас всегда будет видно на трассе ночью издалека. Ну что ж, мои батончики охладились. А, ты симпатичная. Отлично покувыркались с твоими шоколадками. Гран Мерси! Какая красота! Давайте приступать к самому интересному. Разогреем масло. Для этого нам понадобится фритюрница. Но если вы такие же нищеброды, как и я, то пригодится кастрюля, плита и масло. Наливаем масло. И разогреваем. Сильно-сильно. Дальше все изи. Берем шоколадный батончик и окунаем его в тесто. Вот так. А затем кладем его в горячее масло. И
держим 2-3 минуты до золотистой корочки. Только не пытайтесь дать батончик в ломбард, мало дадут. Наш батончик готов. Теперь нужно положить его на бумажное полотенце, чтобы излишки масла стекли. Ну что ж, котятки, наше блюдо готово, им осталось только насладиться. Гражданочка кулинарка? Да. Значит, поступила жалоба на то, что готовите очень вкусные батончики. Вы задержаны до выяснения кулинарного рецепта. Что? Да это не я, это мне подкинули эти рецепты, ну вы чего? Окулительно!